Почему демократические выборы Казахстана? Потому что сейчас мы являемся единственной политической силой, организованной, в состав которой входят тысячи и тысячи активистов. И у нас сотни тысяч людей, поддерживающих нашу политическую платформу и наши экономические программы. Мы единственная политическая организация, которая четко расставляет акценты и говорит, что этот режим необходимо сменить, и больше нет в стране ни одной политической силы, которая открыто об этом заявляет. Есть, кто что-то мямлит, что-то говорит, что-то там мычит, но четкости ни у кого нет. Нашему народу требуется ясность. А ясность заключается в том, что этот режим Нурсултана Назарбаева мафиозный и преступный. И все те, кто ему помогают угнетать народ, члены мафиозной преступной группировки. И эта четкость должна присутствовать. Это народ говорит везде, дома, на кухне, на улице, между собой. И мы, по сути дела, отражаем эти настроения. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.